Что ж, простите, что напрасно отнял у вас время, господа, но... Мы все ошибочно полагали, что вы сделаете достойное предложение. Если государство будет отчуждать у вас эту собственность, вам не предложат и половины нашей суммы. Это угроза, шериф? Нет, нет, это факт. Господа, господа, предлагаю нам всем пересмотреть позиции и снова встретиться, когда Пембертон и я рассмотрим все... Факт в том, шериф. Извини, Альберт. Без нашей земли у вас не будет парка. Наша цена — $1 миллион. Советую подумать еще раз. Один неверный шаг, и банкиры, у кого вы в долгу, раздерут все ваше состояние по косточкам. Мне было бы прискорбно застать вашу супругу в унизительном положении. Не смейте никогда говорить о моей жене и даже смотреть на нее. Вы свободны. Всего доброго. Всего доброго, мэм.